Итак, друзья, приехали мы на речку Сексагань, та, что находится напротив веселых, парка веселых Тернул. Вот, мы проехались по парку, вы увидели, что никого нету, но это и понятно, карантин все дела. Вот так посмотрел, рыбка гуляет, красноперка мелкая. Вот. Ну, все же вернулся на речку и будем сегодня пробовать мы на дальний заброс. Взял, кстати, Fish Dream. Вот, будем забивать пружину. Кукурузка. Рыбка это полюбляет. Вот. Я хотел макуху взять, но не было. Пришлось брать другое. Вот. Но я думаю, это должно не хуже быть. Значит, я оборвал вчера кормушку на речке Зеленки. Свою лишнюю, которую делал. Обидно. Пришлось обратиться в магазин. Взял убийца карася 24 грамма. Вот одна такая. Одна такая, также 24 грамма. Вот. Значит, будем ловить на опарыша. Это ж вчера остался у меня в речке Зеленки. И то это, что я успел поймать. Дождик намочил, они начали вылазить, я по траве их ловил вчера. И красный червячок. Хороший, навозный красный червячок. Значит, сейчас замешаем. Уже повставлял в штычки, дальний заброс, удилище уже забросил на червячка, вот, посмотрим. Thank you.
понял, что уже не пронесет. Такое задуло. В общем так, смотался я все уже. Буду текать. В общем, не уехал я домой, остановился напротив Шевченко. Вот, секундочку, поклевочка. Ну, где-то еще часик остался мне порыбачить, начнет уже темнеть. Ну, знаете, все может быть, может пойти, он что-то крутит, крутит, смотрите. Итак, буду сворачиваться. Хорош. Потому что я вижу, дело уже не шутейное. Ой, не шутейное. Там не шутейное. Там не шутейное. Ну, я думаю, это уже наверняка дождик пойдет. В общем, отдохнули. Вот. Карасик клюет. Клюет напротив парка, клюет напротив Шевченко. Вот.
Да, вот это черепашки начали проклевывать. Нужно уже брать с собой маночку. На маночку пробовать. Да что пробовать, будет брать на манку, куда он денется. В прошлом году брал и в этом году будет брать. Надо уже маночку брать с собой обязательно. И, думаю, перловку тоже. Перловочку. Вот. С панировочными сухарями. Я думаю, будет вообще бомба. Будем пробовать. Все, друзья, всем желаю удачи. И хвоста не чешуи. И не забывайте о лайке. Ваши лайки придают стимул снимать дальше видео и делать его более интереснее. Также, если вы еще не наш подписчик на нашем канале, вы можете подписаться на мой канал. Просто в поисковику на ютубе напишите «Вокруг водоема», вы сразу же меня там найдете. Подписывайтесь. Не забывайте нажать колокольчик, чтобы быть в курсе о новых наших видео. Ну и желаю всем ни хвоста, ни чешуи. И удачи во всем. Всем пока.